самый длинный пляж острова Копа-Ям. Называется Аояй. Длиной 3 километра. С отличной водичкой. Мягким песочком. Даже рыбки есть. Три километра. Людей, кажется, вообще нет. На острове население всего 500 человек местных. 5 на 10 километров островок. Вот такой пляжик. Небольшие отельчики по краю, гестхаусы в основном. Да. И водичка кайфовая. Вот такой пляж.